Все в порядке. И вновь вышла первая бригада реализаторов у Химика. Момент передача. И как шайба в воротах не оказывается. Добивание гола. Но Химик забрасывает. Первая шайба в этом матче. Артем Землянкин принимает поздравления. И играть все-таки по счету. Желательно здесь этим не баловаться. Романда. Ну что, в полном составе. 1-1. Немер сравнивает счет уже. В равных составах шайба была заброшена. Смотрим. Здесь Власкин. Смотрите-ка. Неудобный. Передачу на дальнюю штангу. И там хорош Павел Боярчук. В самом деле шикарнейший гол. Там Ермачков и Садоми. Здесь прессингуют игроки Химика соперника. Рубки. Наброс на ворота. Там добивание. 2-1. Химик находит вперед. Это Артем Миндюк. Артем Миндюк забивает вторую шайбу. Я забросил. Тебе такая беседа там у тренера с Акнитом. Ну, а мы смотрим. Да, здесь Малютин отбивает и шайба прилетает. Ну нет, Артем на площадке. Момент у Гродно какой. Будет удаление. Ермачков на пожаре. Да, Никита Ермачков здесь, конечно, эту передачу и уже помешал потом Калугину нанести бросок. Еще момент, передача, и не попадает Цитишвили, ворота. Ну, шайбу Ремезов бросает, попадает здесь игрока. Но получается, сейчас Калугин попытается убежать, убегает Егор Калугин, переигрывает или нет? Не переигрывает, удар, бросок уже сейчас пошел от Лагунова. Гришанова, мог убежать от него, бросил, но отбил шайбу Малютин. Ну, а Лагунов в добивании не смог переиграть голкипера Нем. Сбрасывание сейчас нас ожидает. И уже новые товарищи на льду продолжат играть. А здесь Пузатов ошибается. Выход Буйницкого. 1-0. И тот переигрывает голкипера Химика. 2-2. Артур Буйницкий сравнивает цифры на табло. Смотрим мы повтор. Здесь шайба между щитков, я так понимаю, заползает. Ворота. Да. Буйницкий. 10 секунд до болита. Степанов. Ремезов. Закрутили, завертели. Хоккеисты Немана. Ремезов забрасывает и продолжает свою результативную серию. Никита Ремезов. Забрасывает свою 9-ю шайбу за 2 секунды до конца овертайма. Нападающий гродненской команды. Ну что ж. Жаль Химик. Жаль новополочан. Чуть не дотянули до победы. Волевая победа гродненских хоккеистов. А мы смотрим, как Ремезов здесь обыграл Ментюка, затем Трубкина.